впечатление очень большое осталось. Прямо зарядились энергией на всю. Даже слезы потекли с первых аккордов музыки. Ну, восторг. Очень понравилось. Почаще бы приезжали к нам. Вообще, это слов нет. Ой, молодцы, кавказцы. Молодцы. Чтобы почаще приезжали такие ансамбли нам на будущее. Впечатление потрясающее. Это сама энергия, сама экспрессия. Вот это и горный воздух, это высота, это гордость, это стремление к высоте. И еще мне очень понравилась музыка. Мне музыка вообще очень понравилась. И почему-то мне, я услышала там еще и русское, близкое очень к русской музыке. В общем, потрясающий концерт. Большое им спасибо. Пусть еще приезжают. Это слов нет. Это так интересно, так здорово. И костюмы, и выступления. А мальчик небольшого роста, это школьник, наверное, 5 класса, удивил вообще всех. Молодцы, спасибо, тронуты. От лица всех старших диаспор, организаторам этого концерта, большущее спасибо. Мы получили величайшее удовлетворение и удовольствие. Ну, такая экспрессия. Такая техничная, вот, техничность танцев, сложность исполнения, вот не могут не оставить равнодушным любого зрителя. Я в восторге. Костюмы, подбор артистов, красота самого танца, пластика, динамика, темп. Действительно заставляет даже сидя на стуле как-то вот подтанцовывать, как-то вот подстраиваться под ритмы эти. Но больше меня восхитил сам ансамбль народных вот инструментов. Такая вот музыка, вот возможность познакомиться именно с национальной музыкой, это редко бывает. И как-то вот больше мы обращаем внимание на сам танец, если мы смотрим по телевизору, что, ну, допустим, какие-то концерты. А вот не всегда слышим музыку. Вот, нотки вот этих горного воздуха, я бы даже сказала, вот горный воздух даже, запах вот этой долины, как будто бы ты находишься действительно на Кавказе. Вот меня музыка больше потрясла, особенно исполнение на барабанах. Вот, ну, а также, не знаю, потрясает вот наличие в коллективе молодых исполнителей, молодое поколение. Это здорово, что вот они воспитывают вот с молодых ногтей, вот как-то они впитывают это, свою национальную культуру. Ну, а также было приятно, конечно, увидеть, ну, что затронута была такая вот, может быть, политическая сторона, что вот мы дружим, и действительно для нас Абхазия – это не только место отдыха, но действительно это какая-то неповторимая культура, необычный колорит, к которому мы не всегда имеем возможность прикоснуться. А вот сегодня каждый имел возможность вот эту частичку и южного солнца, и, вот, говоря, опять же, часть вот этой культуры национально неповторимой как-то вот в себя впустить. В преддверии приезда нашего ансамбля, который сегодня выступал, мне довелось встретиться накануне с его руководителем, с Кандидом Тарасовичем. Я вам скажу, что это сам человек, как руководитель, очень общительный, очень интересный человек. То, что он артист, и народный артист СССР, и всех регалий, которые там существуют, у него их не перечесть. Самое главное, что очень порядочный, очень отзывчивый такой человек, и очень было приятно общаться. То, что касается сегодняшнего выступления, до сих пор нахожусь в состоянии, будем так говорить, вот этого мандража, он еще не прошел, потому что такого удовольствия, таких слов благодарности от жителей, от всего того, что получили, их просто не передать. Просто огромное человеческое спасибо этому коллективу, человеческое. Дай Бог им творческих успехов, чтобы они процветали, и чтобы мы их видели на наших площадках еще, еще, еще. Кульминация всего выступления – это, конечно, вынос двух государственных флагов нашей Российской Федерации и Абхазии. И то, что происходит на сегодняшний день на Кавказе, мы очень переживаем. И то, что происходит в Абхазии, это является болью, значит, всего народа. И то, что сегодня именно было вот это единение, это всего увидели. И до такой степени есть надежда, встречаясь с этими коллективами и неся в массы вот это то, что мы все-таки единый братский народ, и нас не может разъединить никакие силы. Поэтому вот это у нас должно быть в обязательном порядке.
праздник. Это прекрасно, когда есть сотрудничество по культуре, когда есть обмен культурными ценностями. Это же то, что мы сегодня увидели, это же для многих открытие. Ведь мы должны общаться. Мы должны общаться именно в таких мирных культурных целях. И это только направлено на созидание. А атомная энергия у нас направлена тоже на созидание. Так что у нас вместе с Кардином Тарасовичем одни и те же цели. Он несет культуру, он несет для людей радость, а мы несем мирный атом. Поэтому у нас пути не должны разделяться. Танцевали. Танцевали, и казалось, что иногда в прыжках они делают по 3-4 оборота, и казалось, где же у них берется столько сил? А сил от любви к своей родине, от того, что они ощущают прилив творчества. И сегодня мы это творчество увидели, причем творчество может быть не очень знакомое для нас, потому что Абхазия только начинает для нас открываться. Абхазия как братская страна, как братский народ, и символ этой дружбы и любви мы сегодня видели два флага в одном танце. И я думаю, что в свое время был правильно сделан выбор, и Абхазия обратилась лицом к России. Сегодня они приехали к нам в гости. Сегодня они приехали, чтобы поздравить наших жителей, работников атомной отрасли с большим праздником, 65-летием атомной отрасли, днем рождения концерна «Росэнергоатом» 18-летним. И я думаю, что это достойный подарок. Подарок от всей атомной отрасли нашим горожанам. И сегодня многие, кто смог прийти на этот концерт, кто получил такую удачу в виде билета, порадовались очень сильно.